Приветствую, дамы и господа. Это будни Московской биржи. Теперь мы будем выходить раза три, наверное, в неделю. Понедельник, кстати, пятница. Пока не устаканится ситуация кризисная. Обычно у нас выходило раз в две недели. Но вот сейчас будет пока только по России. Может быть, на следующей неделе мы поговорим с вами и про глобальные рынки. Я потому что думаю, сейчас всем в основном хочется сохранить капитал максимально и в России, и в акциях американских, которые у вас сейчас есть через Санкт-Петербургскую биржу. Касаемо глобальных рынков, в эту среду, в эту среду, 2 марта, <coughs> у нас будет большой вебинар. И там как раз-таки мы с вами очень подробно а, поговорим про сохранность а, денег через Санкт-Петербургскую биржу, через глобальных брокеров. Я последние, а, наверное, 48 часов а, активно взаимодействовал с разными международными брокерами, с их представителями общался, а, общался с представителями Санкт-Петербургской биржи. В общем, много что информации я пособрал, и поверьте, есть что мне вам рассказать про это. А, значит, в среду Среду. Мы с вами увидимся. Первую часть у нас будет именно про сохранение капитала на глобальных рынках, потому что если вы инвестировали на глобальных рынках, пока никакие капиталы не заморожены, слава богу, надеюсь и не будут, вы не попадете ни под какие санкции. Но если у вас были акции американских компаний, европейских компаний, то в моменте с учетом того, что какой сейчас курс евро и доллара, вы по сути сохранили, а уж в рублях приумножили очень серьезно ваш капитал. Поэтому в среду будем говорить про американские и европейские рынки на Санкт-Петербургской бирже и на глобальных брокеров. Не забывайте, ссылку оставляю. Под описанием. Не забудьте записаться, чтобы не пропустить очень важную информацию, чтобы потом не говорили. А, а, была же информация. Ну вот так вот. Теперь мы переходим к российским рынкам. <coughs> не забывайте, тоже что телеграм-канал наш, тоже хочу. Теперь наш приходим к главным новостям. Начнем с того, что <coughs> прошу прощения, еще не до конца поправился немножко горло э, дурит. Начнем с того, что сегодня торги на московской бирже запустились только валютой. А почему валютой? Потому что в период выходных выходили очень э, много санкционных э, пакетов, и при том действительно серьезных санкционных пакетов. Э, вообще думали, может, и не открывать биржу вообще в целиком. Но э, очевидно стало, что надо открывать хотя бы валютные торги, потому что э, сейчас огромное количество экспорта. Импорта стоит в портах, стоит на складах, не отгружают ни запчасти, ни какие-то не знаю, бытовые вещи. Там я сейчас прозвонил по своим знакомым, которые занимаются автомобилями. Там тоже сейчас все на, на, на стопе стоит. Узнал, что у нас там с ремонтной частью, то есть ремонт домов. там, там есть пока еще вещи, но тоже достаточно большой ассортимент сейчас в стоп-листе. Ничего не проходит. Ну и в целом, по нескольким отраслям другим, тоже везде примерно одна и та же картина. Что-то есть в наличии, а что-то пока ждут, пока не устаканится курс доллара. То есть не запускать курс было бы опасно. А акции не запустили, потому что. Боюсь, люди, не понимая фундаментальный, да, оцен... даже с учетом переоценки как бы, того, что происходит в экономике, фундаментальный оценка компаний, э, начали бы все это лить по минус 30-50%, потеряли бы свой капитал. А, лучше не надо. То есть надо, на мой взгляд, дождаться, пока более-менее равновесие на рынке устаканится, пока мы да, вам объясним, что не надо бежать и паниковать, вы успокоитесь, и тогда торги надо открывать, чтобы вы с холодной головой к этому подходили. Потому что в период паники э, 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 эмоционально начинаете думать и все сливается. Теперь давайте переходим к главным нашим сегодня новостям. А, начнем, наверное, с санкций. Начнем с санкций. Значит, санкционные пакеты выходили все выходные, вообще не давали нормально расслабиться, потому что сначала были слухи, потом факты, слухи-факты. Европейцы ехидно, хихикая выходили в куларах, давая журналистам различные варианты извращенных санкций. Им-то весело было, но, поверьте, нам было далеко не до, не до веселья, поэтому... Начнем, наверное, с ключевых моментов и немножко раскатаем, расскажу их поподробнее. Значит, первое – отключение от SWIFT. Да, все-таки происходит, но происходит отдельные банки будут отключаться. Какие конкретно – не сказали пока. Я думаю, в ближайшие… Вот сегодня была новость, что США, видимо, там США рулит этим всем вопросом. А США еще решает, какие. То есть, видимо, когда США решит, потом они скинут это в ЕС, ЕС скинет, там, не знаю, японцам, австралийцам, канадцам, и там согласовывают. Потому что каждый свой имеет интерес, знаете, там, с каким банками они работают, какие экспортные импортные операции они проводят. В общем, будут, будут они что-то решать. Пока в среди аналитиков бытует мнение, что санкции могут от свифтов те банки, которые уже попали под ограничения, под блокирующие санкции. Значит, блокировка счетов ЦБ – это было что-то новенькое, да, то есть об этом никто не говорил особо, ну, там, может быть, в январе какие-то легкие упоминания, но это всерьез никто не воспринимал, даже я, потому что блокировка счетов ЦБ – это, по сути, грабеж посредь бела дня, а, то есть, и при том, государственных денег, и там достаточно большая сумма, неизвестно пока точно какая, известно, что были резервы более 600 миллиардов долларов всего у ЦБ, сколько заблокировали… ЕС, Америка, Швейцария тоже туда полезла, а полезла туда Япония, тоже вот сегодня вышли данные, что японцы там что-то заблокировали. То есть, по сути, диверсификация на коллективный Запад, она, видите, коллективная, и они заблокировали. Но есть хорошие новости, что вроде как около, то есть это так пока около половины все-таки сохранилось. Хранится все это в других странах, не ЕС, а США. Там Барель все ехидно тоже выступал, что не смогли они все забрать. Но вот, слава богу, что не смогли. Но с другой стороны тоже появляется вопрос, как теперь доставать те же самые доллары и евро, если они же хранились в Китае. Да? То есть, ну, менять, наверное, их на юани, переводить в Россию. Но Сейчас мы об этом еще поговорим. И вот это, наверное, были тоже одни из самых страшных моментов. Это блокировка счетов на ЦБ. Сейчас поговорим про это. Так, дальше это закрытие воздушного пространства над ЕС для российских судов авиакомпаний. Ну и то же самое зеркально сделала Россия, не позволив им летать в России. То есть, по сути, чтобы полететь в Европу, теперь придется лететь через третьи страны, через, например, Турцию, через, там, не знаю. Грузию, через Армению, может быть, через Узбекистан. Вот. Дальше. А теперь... Последнее – это запрет на импорт самолетов в Россию, именно Airbus, да, то есть именно европейцы. Плюс технологические ограничения. Здесь много подводных камней. Там уже мы слышали, что TSMC отказался о печати чип для российских компаний, да, которые у нас здесь, Байкал, по-моему, Эльбрус. Все это они делали. Кто-то из них, не помню, честно скажу, кто-то из них делал это на заводах TSMC, вот они перестали. Корейцы тоже начали говорить, что они там что-то не будут поставлять и так далее, и так далее. В общем, ничего хорошего в выходных не выходило. Естественно, самое главное это было про ЦБ. Сейчас поговорим. Значит, SWIFT. Здесь самое опасное заключалось в том, что вообще отключение SWIFT это опасная вещь, потому что могла привести к тому, что у нас было бы проблема с импортно экспортными операциями, то есть могли быть разрывы, разрывы разрыв цепочек поставок, что мы с вами наблюдали на мировом рынке, это подорожание всего. Но здесь что хорошо, что не будут а, цепочки пока рваться, и слава богу, потому что часть банков остается, и это позитивно, позитивно. А, Заморозку активов ЦБ пока непонятно, чем закончится. Единственное, что ЦБ сказал сегодня, что он не проводил интервенции. То есть вместо ЦБ сегодня продавали валюту а, уже а, экспортеры. А, продавали только экспортеры. Ну и, соответственно, а, именно они сейчас обеспечивают по поставку а, денег в страну. Да, то есть только они. И непонятно, когда ЦБ сможет все-таки эти интервенции делать, и сможет ли он. Да? То есть здесь тоже много вопросов, которые пока мы не знаем ответа. Поднять оставок это до 20% это больше, чем в период 2014 года. Это серьезное изменение. Соответственно, это должно привести как бы, к тому, чтобы курс рубля где-то здесь стабилизировался, чтобы люди не бежали покупать доллары. Будет ли это, не будет ли это, посмотрим. Ну, происходить, будет ли бежать дальше. А в целом и должно сглаживать а, текущую а, ситуацию. А, что еще? Режим торгов в России а, пока непонятно. То есть будут запускаться, будут останавливаться торги. А в целом режим торгов, что только утренние и вечерние сессии отменяют, это хорошо, а, потому что ликвидности там нету. А, все основные сессии а, пока проходят. Да, основные сессии проходят, а, будут проходить, точнее, вроде как, а, пока. Ну, торги на СПБ бирже проводятся, торги проводятся, и, соответственно, вопрос сейчас вот выходит в режим реального времени по поводу переводов за рубеж долларов, евро и так далее. Вот сейчас, когда выйдет новость, вы уже узнаете, я сейчас пока <coughs> вижу, что только какие-то ограничения на валютный экспорт, это тоже не очень хорошо, то есть на валютные переводы, но, честно говоря, Самое последнее, что хочу сказать, конечно, это про акции российские. Российские акции, которые экспортеры, то есть компании, которые работают на внутреннем рынке сейчас, они у нас, конечно, подвергаются максимальному воздействию, негативному, с точки зрения девальвации. И если у вас было много именно компаний, которые работают на внутреннем рынке, конечно, не очень хорошо в портфеле. Что касается экспортеров, а, они сейчас в наиболее выгодном свете, потому что зарабатывают деньги а, именно валюту, а, рублевые расходы, долларовые или евровые доходы. Это, соответственно, позволяет а, этим компаниям чувствовать себя более-менее нормально, если можно сказать, что текущий ситуация более-менее нормально себя чувствует. Поэтому портфель из экспортеров, сейчас у меня есть, в основном только экспортеры, я на прошлой неделе менял как раз таки внутренние компании на экспортные больше, и здесь сейчас они очень дешевые, будем надеяться, что пойдет некоторое восстановление в ближайшем будущем. Но вот от экспортеров пока, тем более, если они там откроются в ближайшее время минус 30, минус 50, избавляться, наверное, нету смысла. Надо их просто теперь держать и ждать успокоения ситуации и восстановления ситуации на рынке. Поэтому как-то по России так. Портфель не трогаем, если много экспортеров. Ждем, ждем что где-то доллар-рубль найдет свое все-таки равновесие. И, соответственно, начнет отрастать рынок, если, конечно, не пойдут другие негативные новости. Вот. Я в целом немножко здесь сейчас в моменте позитивен, потому что, наверное, большая часть негатива прошла большая часть негатива прошла. И будем теперь надеяться, что постепенно-постепенно начнется какой-то хотя бы отскок, восстановление и хоть немножко затишье. А то вот такой бури новостей очень-очень неприятно, конечно. Так, ну и увидимся с вами в среду. До новых встреч. Пока.